какой-то у нас этот музыкальный поэма. 22 мая поэма Лермонтова «Демон» называется. Девочки, мальчики, врубились. Читает Екатерина Духовская. Вот, короче, вот так вот. Проехали. 22 мая. Вот такая вот будет у нас премьерка. Надо сходить. Виктор Логинов. Проливай. Я, как всегда, у Парижа. Да, это у нас Парижская башня. Да. Упс. Карты Таро. Да-да-да, карты Таро. Троевали черепели. Тут раньше трамваи ходили. Тут вот еще частный сектор был по этой стороне. Смотрите, какие лабрадоры. Шикарные. Три. И там еще. Вон, видишь, какие красивые, шикарные. Вон, и вон там вот тоже лабрадорчик. Да? Может, туда пойти погулять? Мороженку купил. Ну, еще. Жемку такую купил. А? Такой шикарный такие. Собачки такие. Лабрадорчики. Так вот. Опс, опс. Папа, да. Не-не-не, мне как-то.
Смотрите, по новой системе иду, ребят. Видите, шикарно. Шикарно. Хочу вам показать. Не, знаешь. Вон, какие эти. Кто-то. Смотри, какая это старенькая такая. Не знаю, сколько сегодня погуляю. Посмотрим. По этому лесу. Там интересно, что-то такое. Не знаю. Классно. Да. Как просыпается природа. Зелень. Там есть. Мороженое вот ем. Такое. Пойдем вот так вот. Ага. Смотри. Смотри, как
Где она? Бабка Баба-Яги. Вот она. Да. Как сделано. Ну, пойдемте дальше. На-на-на-на. На-на-на-на. Смотрите, как шикарно, да? Я белая звезда. Шикарно, да? Мне нравится. Сейчас пойдем на эту. Сходим на речку. Что там, как там? Танцы-манцы. Ничего, так нужно погулять. Сейчас я это выкину. Тут можно тоже посидеть вот так вот. Да. Дорогие мои. Мы же туда. Шикарно, да? Фотка просто обалдеть будет. Туда пройдемся.